Detroit. This is where it all began. The World's Forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. Find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Вот таким вот прекрасным дебютным тизером мы встретили новую серию. Скажем так. Сейчас мы продолжим играть. Вещает канал No Comments Paradox. И да, это Detroit Become Human. Да. Я каждый раз скучаю по этой игре. Что не говори. Я не помню, по-моему, кто-то находил недостатки в этой игре, кто-то нет. Для меня в этой игре недостатков нет. Ну, вес это, так сказать, необходимость. А лаги — это уже мои личные проблемы компьютера. Вот. Что же будет сегодня? Кстати, кто заметил, кто внимательный человек, кому печеньку дать, тот понимает, что у меня очков осталось минимально этих, так сказать, бонусных очков, на которые покупаются всякие там видеоролики и прочее. Куда я все это спустила? На доп. Контент, который сама не поняла, как работает. Да. Не надо мне давать деньги. Я их трачу не на то, что нужно. Свобода! Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти.
О! Вещи надавили. Да. Проснись. У нас не особо много. Ну, придется встать, чё уж тут. А куда вся кровь подевалась, интересно? Пять. Можно с тобой поговорить на прощание? Слушайте, нам некуда идти. Девочка устала, на улице ливень. Можно нам тут пока остаться? Автобус пойдет назад в парк. Я не могу помочь. Жалко. Жалко. О, пчелки в попке. Очень жалко. Жалко, печально, обидно, грустно. Печально. Ну, ребенка, ну не грусти. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Мы найдем, не боюсь. Кстати, можно игру погромче сделать. Тут обратила внимание. И звук. Громкость 100. О. Ладно. Так. Не забываем, что здесь есть вот такая вот фигня. Хорошо, там есть то, вот это и вот то. Идем, Алиса, надо спешить. Да, сейчас как рванем куда-нибудь. Органик кофе. Органик кофе. Чувак. Доброе утро. Как нам дела? Нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Не знает он. Он не знает. Ему плохо. У чувака проблемы. Стора. Магаз. Зайдем в магаз. О, зато очень некомфортно, зато никто не увидит. Магазин закрыт. Так. Ребенка куда-то заглянуть на парковку, подойти к Алисе. А где Алисе? Автобусов не будет. Ребенка? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Ага. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Ой, куда свалил? Ой, куда исчез? И что нам с ребенком делать теперь? Идем, Алиса. Ребенка, пошли мерзнуть дальше. Ребенка, пошли мерзнуть дальше. Хорошо, заглянуть на парковку. Магазинчик.
Да. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Ну, давай. Убедить кассира помочь вам. Привет, друг. Как дела? Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Какой жестокий чувак. Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Эх ты! Ну, я бы достала пистолет. Ну. Угу. Тут есть камера. Тут в натуре есть камера. То есть, если я, как самая умная печенька, достану пистолет, мне будет жепа. Засекут, просекут, уебут. Молоточки, топорочки, кружечки. Какая прелесть. Люблю кружки. Кружки — это хорошо. Кто скажет, что кружки плохо, пусть его закидают камнями. Вот. Вот. Тут есть камера. Что ж такое, а? Кругом камеры. Ну, косячить так по-крупному, правда? У нас же есть пистолет. Правда, дитя этому вряд ли обрадуется. Этому дитяте очень вряд ли обрадуется. Ребятенка. Хочешь похулиганить? Отвлечь внимание при помощи Алисы? Но тут вроде и не видно. Камера. Сюда она вроде не доглядывает. Ну давай. Вы совершили кражу. Не, мы пока что пистолетом по времени пользоваться. Алиська. Где тетя? Привет. Хочешь похулиганить? Мне нужна твоя помощь. Видишь, вон те жестянки. Давай поиграем в футбол, баночку. Свалить на пол? Да. Зачем? Алиса. Будь весело. Сделай, как я прошу. Это будет просто весело, знаешь? Это будет просто весело. Хорошо. Так, хорошо. Мы стоим на месте. Ударилась? Не больно? Не переживай. Хорошо. Сейчас все подниму. Ну, пошли. Ну, взяли мы пару баксов. Ну, что теперь? Нам тоже нужно на что-то жить, знаешь? Чёрт.
Знаешь, нам надо на что-то жить. Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Ну, пистолетом, думаешь, лучше было бы? Ты думаешь, пистолетом было бы лучше, да? Прости. Ты права. Так нельзя. Прости, это больше не повторится. Все, я проверила запись, все работает, ничего не прекратилось. Прости, Алися, мы накосячили, мы исправимся. Ой. Иди, тетя. Ты не отпускай мою руку, я за тебя переживаю. Больше, чем за себя. Я бы в кафе заглянула, на самом деле. Так, там есть чувак. Тут тепло. Сейчас согреешься. А ребенку в прачечной оставить, чтобы погрелось, это никак нельзя сделать. Комплект одежды. О, сын чурю. Пчеловоды, опылители, специальные пчелы, опылители. Специально признанный, официально признанный вымершим видом. Да ладно. Дерьмо, конечно. Чувак. Как дела? Программ комплит. Шмотки. Сухая одежда для Алисы. Думаю, что это хорошая мысль. Может, сначала с ней поговорим, а? Против, но не против. Ребенка. Ребенка, ты не против, если мы возьмем тебе одежду немножко? А, ребенка? Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Ну как тебе сказать? Ладно. Ты права. Не будем ребенку расстраивать. Не будем этого делать. Пошли. Раз уж так. Ну, пошли. Косячить так по полной, да? Тут есть какой-нибудь магазин одежды? Так, ладно. Че здесь? Мотель. Мы нашли, где переночевать. 40 баксов. Are you sure? Типа, может, это не слишком безопасно, как ты думаешь? Нравятся мне ночные города. Посмотри. Брошенный дом. Ну да. Но хоть от дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Да, мне тоже. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Мне это не нравится. Забор кусачками. М-м-м.
Будь здоров, детеныш. У нас есть кусачки, скажи, пожалуйста. Где нам забраться кусачки? Можно разрезать забор кусачками. Нет, у нас нет вариантов такого. Попробуем это в следующий раз. Сейчас пойдем в мотель. Пойдем, ребенка, хоть поспишь в тепле. Это брошенный дом, я возьму на заметку. Но андроида ловит. 40 баксов. Мы туда не пойдем? Не получится. Почему? Андроиду комнату не дадут. Надо переодеться или искать другое место. Ёкарно, бабай. Нам придется это стырить. Да? Да, нам придется это стырить. Детенок, подожди здесь, ты не должна этого видеть. Так, давай продолжим. Нам придется это украсть, ребенок. Ребенка. Прости, ребенка. Нам придется это сделать. У нас нет выбора. Прости. Прости, ребенка. Прости, извини, у нас нет выбора. Алиска-то в штатском, конечно. А у нас-то выбора нет. Ясно, понятно. Алися. Алися. Прости. Я не хотел пиздить, но оно там... Ну, меня вынудили. Прости, Алися. Я тебе игрушечку дам. Оу. Все поломалось. Вы видите это? И я это вижу. Кажется, это намек на то, что пора заканчивать серию. Ладно. Это был канал No Comments Paradox, Detroit Become Human. И хорошее времяпровождение. Надеюсь, что починю игру, когда перезапустится. Когда она перезапустится. В общем-то, хорошего времяпровождения. Пока.